Итак, всем привет, с вами Рост, и сегодня у нас продолжение начатого, а именно, добро пожаловать в Пенекрест. Так, сейчас у нас на дворе ночь, я тут набрал немножко лута уже с собой. Вчерашний неудавшийся у нас рейд по городу, который, да, закончился плачевно. Ну, там я сам допустил ошибку, потому что не взял в руки дробовик. Так что, ребята, на будущее обязательно берите в руки дробовик для ближнего боя. Потому как пистолет, это для среднего боя, там, и то такое, там, попугать. В зависимости, конечно, от калибра. Ну а для дальнего, соответственно, винтовка. Это очевидные вещи, прописные истины, но в таких вот ситуациях стрессовых мы совершаем ошибки. И, соответственно, за это нам приходится платить. Я потерял весь лут, потерял свою машину, на которую я никак не мог найти свечи. А тут, о чудо, я нашел сразу две пары свечей, одну из них я выбросил. Ну, это просто какое-то издевательство, конечно. Ладно, сейчас у нас ночь на дворе. Я подожду до утра, и мы пойдем дальше исследовать Пенекрест. Итак, большая половина ночи у нас позади. И дождь закончился. Пойду исследовать Пенекрест. Здесь я уже был несколько раз, но каждый раз здесь все как будто по-новому. Так, тут что-то у нас летает. Какие-то листки летают, там что-то у нас горит. Да. Так, что у нас здесь? Обычно машины спаунятся где-то возле этого большого магазина. Так, нет, это пожарная станция. Да, я немножко запутался. Это пожарная станция. Как-то раз я здесь обнаружил. Обнаружил здесь квадроцикл. Здесь прямо на стоянке. Сейчас здесь его не вижу. А вот возле того большого кафе. По-моему, это кафе все-таки. Сейчас туда. Ой, через кусты. Пройду. Там большое кафе. Так. Здесь на сервере сейчас порядка 20 человек из 36, так что здесь могут быть желательные или нежелательные друзья. Так, ну, на данный момент здесь такси. О, это прямо чудо. Можно сесть и ехать. Как бы я себе не заставлять-то долго ждать не буду. Прям таки сяду, да поеду. Так, поехали отсюда. Поехали, поехали, поехали. Колеса одного не хватает, но лучше уж уехать без колеса. Поехали. Колесо я поищу там в соседних домах, если что. Итак, ой. Сейчас отъеду немножко подальше, спрячу ее в кустах и пойду за колесом. Вот так. Что тут у нас есть? Чтобы ее так просто не увели, заберу-ка я отсюда ремень. Угу. Сюда. Тут мне нужны вещи мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что такое? Нужно как можно быстрее сесть в машину. Ой, нет, в машину садиться бессмысленно. Так, 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 опять стрельба стреляет по машине. Есть вариант пока что убежать. Вариант убежать, да что же это за дела-то такие, а? Так. Возьму в руки нож. Подготовлюсь к бою.
Да, я все-таки забрал ремень. Меня не поранили. Так темно. Сейчас посмотрим, где он. По-моему, он колеса попробивал. Ну-ка, ну-ка, где же ты? Мне кроме ножа-то и нету ничего. Дружище, кроме ножа мне нечего тебе предложить. Ножом по печени тебя пощекотать слегка. Так, а там уже как пойдет. Попасть он по мне не мог. То ли косой, то ли ему не видно ничего. Подойду поближе. Или выйти все-таки. Или поближе пойти. Блин. Как же сложно принимать решения в таких вот такие вот моменты. Так. Что я тут вижу? К машине я не пойду, обойду я со стороны. Тут ничего и никого. Так, что-то справа было. Показалось, что-то хрустнуло. Веточка хрустнула. Или может быть. Прибежал он откуда-то отсюда и начал палить. Обойдем по кругу. Обойдем по кругу. Только таким образом можно что-то выяснить. Разберемся, где он. И, может быть, предложим ему нож в бочину. Так. Странно. Неужели я так далеко машину-то завез? Смешно будет, конечно, если он уже сел на нее и уехал. А я тут ползаю, ищу вчерашний день. Это, конечно, будет вообще улет. Да ну, не может быть такого. Неужели он сел на машину и уехал? Я ничего не понимаю. Я вроде бы не слышал, что он уезжал куда-то. Так. Машина здесь же где-то была. Что за да ну нафиг, да ну нафиг. Вот это да, вот это кидалово. Да, вот так вот, ребята, была только что машина и уже ее нет. Но самое удивительное, я не слышал, совершенно не слышал, как он ее завел. Уехал он на ней куда-то. Блин. Может, конечно, она исчезла. Вообще все это как-то подозрительно странно. И фонарь здесь включать тоже так же опасно. Ох, вот такой вот он, жестокий, суровый мир постапокалипсиса.
стоит немножко зазеваться, и вот уже нет машины. Еще немножко, и вот уже тебя убили. Ну-ка, на свой страх и риск пойду. Пойду посмотрю, что где есть. Если есть где-нибудь какой-нибудь офигевший злодей. Пускай подойдет сюда. Померяемся с ним длиной ножей. Так, 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 так. Что тут у нас? Ничего. Скорее всего, откуда-то отсюда он и прибежал. Дом совершенно пустой. Ага. И здесь тоже у меня отжали машину. Да что же это такое? Хотя бы живой. Угу. Что у меня есть? Ремень и свечи. Ну. Да. А здесь что? Так, банки, склянки, какая-то непонятная штука. Тут коробочка что-то. Интересно. Почему они не сделали, чтобы в этой коробочке что-то было, чтобы она открывалась? Было бы интересно, по-моему. Открывать эти коробочки, а там случайный лут. Может быть, конечно, в будущем это и сделают. Пока что этого нет, но было бы интереснее намного. Так, водичка есть у нас, хорошо. Водичка есть, это уже хорошо. Так. Угу. О, Пепси. Пепси. Тут, по-видимому, был какой-то гурман. Пепсиболик. Попьем. Восстановим силы. Так. Шапка мне не очень-то и нужна. А вот тряпки. Пускай будут. Вдруг придется перевязываться. Так, это тоже джинсы положу. Ну. Итак, пойду дальше. Подумать еще на этаж, наверное. Посмотрю, что там. В надежде найти какое-нибудь оружие. Угу. Тут тоже кто-то надеялся оружие найти, по-видимому. И прилег отдохнуть. Прилег отдохнуть и не воскрес. Ладно, поэтому мы тут не будем ложиться спать. Так, так, так. А пойдем дальше. Приключения искать. Итак, рассвет все еще не торопится. По чуть-чуть приходит. Да, в этом огромное отличие, конечно, от Раста. С Растом сравниваю, потому что как бы играл немало часов уже в Раст. И совершенно разные игры. Совершенно разные игры. Так, что у нас здесь? Ничего. А здесь... О, шоколадный батончик. Пойдет. Кстати, лучше сразу его съесть. Так, это съесть. Пить пока не будем. Пойдем посмотрим, что же еще здесь есть. Так, вот эта комната угловая. Ну, комнаты, как видите, они практически все похожи одна на другую. В этом плане, конечно, разнообразия нет. Но понять это все можно прекрасно. Пойди на такой большой объем наделай разнообразия всякого разного. Опять же, может быть, в будущем и будет это. Но пока все довольно-таки однообразно. Все эти пейзажи лунные. Кроме, конечно же, природы. Природа здесь то, что надо. Так, 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 так. Пойду здесь пробегусь. Обратно вернусь. Посмотрю, может быть, еще одна машина есть. Правда, на нее у меня нет ни масла, ни колес. А также аккумулятора. Ну, практически ничего нет. Так, шлем мотоциклетный. Не знаю, есть ли смысл его брать.
Поэтому, наверное, брать его не буду. Буду как ковбой в ковбойской шляпе. Да, еще были бы здесь животные. Там лошадь оседлал и помчался. Шашку в руку. Так, что у нас здесь? Ничего. И здесь тоже ничего. Угу. Да, вариантов развития этой игры масса, просто масса. Так, что у нас здесь? Угу. Кажется, я заблудился слегка. Так, пойду вот сюда. Хочу пойти в пожарную часть. И там уже что-нибудь найти поинтересней. Может быть, вообще пойти на другой берег. Там, на другом берегу реки справа. Вторая часть Пенекреста. И там чем-нибудь разжиться. Ну, посмотрим, посмотрим, есть ли здесь что-нибудь интересное. Конечно же, здесь нет столько оружия, как в том же большом городе. Его здесь вообще почти нет. Это редкость большая. Найти оружие — это очень и очень большая удача. Так, зато здесь есть колесо. Ну, тому, кто угнал машину, оно как раз бы понадобилось. Нам оно уже пока что без нужды, без особой. Так, о, тапочки. Надену-ка я другие. Вернее, тапки-то я сниму, да выброшу. А то как-то вообще на босу ногу. Хорошо, хоть температурного воздействия нету. А то я бы уже замерз, наверное. Так, тут всякие разные бифштексы. Свиные, так, яблоко гнилое. Ну, возьму пока с собой. Во, нужно сразу же поесть, чтобы было полное здоровье на случай ранения или еще какой-нибудь незадачи. Вот, так, здесь что у нас? Ничего. И здесь тоже ничего. Скорее всего, если я все-таки найду машину, раздобуду, соберу технику, я опять поеду в большой город, потому что мне там понравилось. Очень много лута. Мутанты почти на каждом шагу. Тут бегают, тут какие-то листы летают, крысы бегают. Ой, там рой, что ли, целый этих мух. Так, проверим, что у нас тут. Конечно, это я действую на свой страх и риск, потому что здесь есть люди, по-любому есть люди. Вот машину он как раз-таки собирал, и я ему принес недостающие запчасти. Надо мне все-таки было уехать подальше, но опять же, вот смотрите, не совершайте таких ошибок, уезжайте как можно дальше. Тем более у меня было три колеса, управляемость была в машину уже более или менее. Да. Так, еще одна машина тут стоит у нас. О, нет, это прям подарок какой-то. Там гнилое яблоко в нее положим. И пока что все. Значит, мне нужно всего лишь масло и колеса. Хм. Ну, прямо-таки меня это приятно удивляет. Надеюсь, что на этот раз я все-таки соберу машину без последствий и уеду как можно дальше. Так, еще не тапки, они мне не нужны. Так, а здесь что? Тоже ничего. Да. Все-таки, что это за баки такие? Там у них что-то там внутри. Что там написано? Басура какая-то. Что такое басура? Так, масло есть. Отлично, уже есть масло. Остались только колеса. Масло я сейчас же залью сразу же. Так, вот у нас аккумуляторы. Угу. Если там есть аккумулятор, значит уже здесь кто-то бегал и вставил его туда. Так, отлично. Вернее, для меня-то это как раз-таки настораживающий момент. Угу. Значит, масло я сразу залью. И пойду искать колеса. Так, нет, не так. Так, вот.
Маслица сразу же. Все, этого достаточно. Теперь только лишь 4 колеса. Одно я видел, как обычно оно лежит. Почти все время в одном и том же месте спаунится это колесо. В пожарной части. Так. Калории я, как видите, не жалею. Бегаю, сломя голову. Но, с другой стороны, смысл их жалеть, если в любой момент могут выстрелить. И все добро, нажитое непосильным трудом, достанется какому-нибудь кемперу. Так, что тут у нас? Где же колесо тут? Ага, вот оно. Так, одно колесо. О, еще тут дизель есть. Очень интересно. Где-то я здесь видел, по-моему, еще одно колесо. О! А это не менее интересно. Здесь главный минус только лишь в том, что кто-то же его бросил. Значит, само собой, оно... Оно у нас без патронов. Да, без патронов. Его можно использовать разве что только как пугач. Так. Ну, так я его использовать и буду пока что. А пока положу его благополучно. Надо, наверное, по гаражам пройтись. Блин, ну, три колеса это как раз идеальный вариант, чтобы уехать и найти четвертое. А вот с одним колесом вообще ничего не сделать. Я просто буду крутиться на одном колесе по кругу и все. Так, значит, ставим колесо. Вот, да, с тыльной стороны, чтобы не видно было. Хотя бы два колеса, уже можно будет куда-то проехать. Так. Где же еще одно колесо мне найти? Так, так, так. Тут может быть вполне... какой-нибудь интересный рюкзак или штанишки. Так, во. Штанишки, то, что надо. Свои штанишки я сниму. А этим благополучно надену. Это разорву на тряпки. Угу. Так, какие манипуляции. А это что у нас? О, какая нужная вещь. Теперь у меня есть жилет. Удачно я сюда зашел, удачно. Угу. Так. Что тут еще у нас лежит? О, и рубашка какая-то есть интересная. Ну-ка, давай поменяемся. Так, раз. А вот так вот два. Ну, в принципе, почти одно и то же. На всякий случай разорву это сразу же. Так. Угу. Не совсем тут все ж такое бедное и убогое. Все же попадаются такие вот моменты нужные. Так, о, что, ботинки еще есть. Давайте же посмотрим, что тут за ботинки. Угу. Ну, в принципе, уже да. Брутальный внешний вид, конечно, прибавит очков. Так, так, так. Что тут у нас, как тут у нас мы выглядим? Ну, интересно, в принципе. Угу. Пойдет. Весь зеленый. Колесо. Теперь нам нужны колеса. Угу. Посмотрим, что здесь. Колеса, конечно, здесь не будет, но зато, может быть, что-нибудь еще полезное найду. Так. Здесь опять же ничего нет. Так, ну тут как-то подозрительно ничего нет. Как будто здесь кто-то уже прошмонал это все. И ничего здесь нет, поэтому... Так, тут туалет. Бессмысленно туда заглядывать вообще, в принципе. Пробежаться по машинам, наверное. Тут иногда масло бывает, иногда консервы. Правда, такие вот машины и место спауна для масла и консерв довольно странное, потому что они какие-то сгоревшие. Ну, разработчикам виднее, где что там. Так, это что такое? Шапочка. Угу. Шапочка, ну как приятный бонус. Так, тут микроволновка какая-то лежит. Учитывая отсутствие электричества, я думаю, ее брать не будем.
Так, что тут еще? Вот, кстати, вот такие вот фургоны, которые... Так, вот внутри у них там тряпки. Зачастую здесь лежит какой-то ценный лут. Так что обращайте внимание на фургоны с тряпками внутри. Я часто там обнаруживал оружие. Да, причем как бы там и патронов там немало. Вот, еда там лежит периодически, всякие разные инструменты. Так что вот их бывает два типа таких фургонов. Одни вот с тряпками, а другие, они как бы такие голые, полностью все в железе, просто никаких тряпок. Там практически никогда я ничего не находил. Лута в них нет. А вот с тряпками обязательно обращайте внимание, заглядывайте внутрь, подсвечивайте фонариком, присаживайтесь, заползайте и забирайте ценный лут. Так, а мы ищем колесо. Ладно, сейчас я бегу, найду колесо, соберу машину, и мы поедем дальше.